Интересуется видеокамерой и съемочным процессом, с удовольствием позирует, общается со зрителем. Дима Терпугов мог бы стать успешным артистом, но сейчас у 7-летнего мальчика совершенно другая задача – научиться говорить и различать, что говорят окружающие. Наденьте наушники. Диагноз двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени Диме поставили при переводе из дома ребенка в детский дом Уссурийска. У мальчика никогда не было семьи. Мать отказалась от него еще в роддоме. 3 года назад ему оформили инвалидность. Врачи предполагают, что причинами заболевания могли стать частые ОРВИ в первые годы жизни, которые и привели к воспалительному поражению слуховой трубы. Сейчас мальчик живет во Владивостоке в интернате для слабослышащих детей. Те дети, которые не имеют возможности хорошо услышать окружающий мир, у них очень слабая память, у них неразвито мышление, вот эти коммуникативные навыки, да, даже обыкновенные вещи, которые способствуют самосохранению ребенка, его здоровью. А это значит, что тугоухость может серьезно навредить Диме. Некоторые звуки, в отличие от других воспитанников, он различает. Но неконтролируемое восприятие напрямую отражается на настроении и на поведении. Диме трудно усидеть на месте и сконцентрироваться на чем-то одном. Он больше, творческий ребенок, он любит заниматься, прикладным каким-то творчеством, чем писать, считать. Усвоить материал на уроках Диме, как и другим первоклашкам, помогает стационарная звукоусиливающая аппаратура. Комфортный уровень звука дети контролируют сами. Индивидуальные регуляторы у каждого на столе. Услышал ли ребенок учителя, всегда видно по улыбке на его лице. Нарисуйте нос. Учителя и педагоги заметили, стационарное звукоусиливающее устройство подходит Диме даже больше, чем имеющийся у него индивидуальный слуховой аппарат. Он к нам прибыл, у него был аппарат, но, к сожалению, этот аппарат, наверное, неправильно подобран, потому что ребенок жалуется на то, что ему мешают в ухе, на то, что у него голова болит, поэтому он его и не носит практически. Но я не знаю, аппарат, наверное, уже не соответствует современным требованиям и с его возрастом. Понимая, что новый слуховой аппарат для Димы – это настоящая путевка в полноценную жизнь, руководство интерната отправила мальчика на обследование в центр слуха. Там ему подобрали соответствующие мощные многоканальные слуховые аппараты, которые делают то, с чем не справляется собственная система мальчика. Усиливают звук, разделяют речь и фон, не создавая при этом шум и свист. Педагоги рассказывают, в клинике Дима даже не понял, что это всего лишь примерка, и крайне расстроился, когда слуховой аппарат с него сняли. А сделать это пришлось. Аппарат стоит 205 тысяч рублей. Помочь интернату собрать эти средства решил Русфонд. Для Димы создали отдельную страничку на сайте. Чтобы помочь мальчику слышать, нужно лишь отправить смс-сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Конечно, наша задача ребенка научить за 10 лет так, чтобы он мог в обществе свободно общаться. Да? Но он любопытный, ему все нравится. Немножко, конечно, он устает у нас быстро. Но вообще ребенок подвижный, активный, хороший, совершенно не боится людей. Но будем его учить к тому, чтобы он у нас мог в коллективе сверстников быть и стал полноправным членом нашего общества. Педагоги школы-интерната уверены, в будущем Дима обязательно выберет творческую профессию. Он с удовольствием играет в настольные игры, собирает конструктор. Всегда разные и интересные задания для него придумывает и психолог, чья задача максимально раскрыть способности мальчика. Какой-то тут сюжет уже какой-то получается, картина, можно сказать. А вот музыкальный инструмент по душе Дима пока не выбрал, хоть и регулярно посещает уроки ритмики. Такие занятия для слабослышащих необходимы, они развивают такт, а значит и координацию. Дима в этой дисциплине хоть и не отличник, но все же приходить сюда ему, как и другим ребятам, нравится. Надо детей всех любить, конечно. Они чувствуют эту любовь, чувствуют, что их хотят научить, что их любят. Это самое главное у нас. А если ребенок чувствует, что его любят, он и будет учиться с удовольствием. На сегодняшний день Дима – единственный воспитанник школы-интерната, у кого нет ни родителей, ни опекунов. Поэтому главное, на что надеются педагоги, что когда-нибудь помимо музыки, стихов и речи, он отчетливо услышит самое главное, что его любит его семья. Инна Щедрова, Игорь Болтов. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».